Недавно Барак Обама заявил, что президенту России Владимиру Путину надо подумать, стоит ли уничтожать российскую экономику ради попыток воссоздать славу Советской империи. И отметил, что Россия не должна возвращать свои территории и воссоединять разделенные народы. Ну и заодно наврал, что политика антироссийских санкций сильно ослабила экономику России. Это обсуждать неинтересно, а вот речь про воссоздание Советской империи интересна и показательна. Чего так боится Обама? Главный его страх – возможность обращения России к опыту СССР. Предвоенная индустриализация позволила одержать победу, а кризис Большой депрессии был правильно использован Советским Союзом для массовой скупки технологий и оборудования. Сейчас ситуация очень похожа. И на Западе кризис, и нам необходимо вывести индустрию на мировой уровень. Страна, как одна корпорация, которая перераспределяет гигантские ресурсы в зависимости от задач, это более эффективная система, чем либеральная рука рынка, которую нам все время пытаются навязать. В 2011 году Владимир Путин озвучил необходимость кардинального изменения экономики России, а в другой раз даже напрямую заговорил о необходимости индустриализации. Президент России Владимир Путин. Мы сейчас видим, что некоторые страны, которые увлеклись политикой деиндустриализации, пожинают тяжелые горькие плоды. Вслед за производством от них уходят инжиниринговые центры, и мозги начинают утекать. Поэтому говорить о том, что индустриализация умерла, преждевременно. Нам нужна новая индустриализация на новой базе. За прошедшее время кое-что сделано. Центробанк приструнили, офшоры прижали, капитал постепенно возвращают с Запада на родину, а в стратегических областях создаются госкорпорации. Но все же вместо системного изменения экономики применяются меры максимально щадящие. Но Запад уже боится. А вдруг? От русских всего ожидать можно. Да, мы можем, но пока только теоретически. Российский государственный, политический и общественный деятель Юрий Крупнов. Чтобы нам восстановить способность самим разрабатывать технологии и производить качественные вещи, нужно уже начать проводить новую индустриализацию. Ту самую, о которой Путин говорил на протяжении последних 4 лет. Наше правительство просто отказывается понимать ее как фундаментальный коренной вопрос. Производительные силы нужно восстанавливать, создавать. А без этого мы имеем то, что товары европейские у нас просто замещаются китайскими или латиноамериканскими. Сегодня России необходимо не просто повторить опыт СССР. Конечно, экономическая ситуация лучше, но задача стоит более сложная, чем просто догнать ударными темпами. Необходимо проводить индустриализацию с прицелом на будущее, а для этого нужны реформы не только производства, но и науки и образования. И самое главное, нужно обновление элит. У власти должны быть люди, которые хотят развивать страну, а не грабить. Они же займутся образованием народа, они будут способствовать его умственной и моральной деградации. Конечно, мы это можем. Но вот захотим ли? В любом случае, спасибо Западу. Сейчас он только способствует сплочению России и будет россиян от зимней спячки.